В социальных сетях хомячи пытаются ответить на вопрос, почему снег не вывозят из города, а наоборот выгружают его рядом с проезжей частью. 30-секундный ролик уже набрал сотни просмотров. На нем мужчина в спецодежде методично и равномерно выгружает снег из самосвала. Действие происходит в центре Омска на Любинском проспекте. Снега мало. Что, не совсем понял суть своей работы? С какой целью? В мэрии рассказали, рабочие высыпают снег на улице. Таким образом, они пытаются спасти посадки многолетних цветов. Перед предстоящими морозами их решили утеплить снегом. Коммунальщики должны соорудить плотные полуметровые сугробы.